Кришна, Харе Кришна. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем читать Шринамамриту, нектар святого имени. После меня тогда Таруни, Аравиндакши Прама, Ананда Севи, Асамолю Прама, Евгений, Садви Гаури, Ишака Каруна, Радханама и Анатолий. Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая. Господь Шри Кришна Чайтанья положил начало санкиртане, совместному пению святых имен Господа. Велика удача того, кто поклоняется Ему, принимая участие в этой яге. Такой человек по-настоящему разумен, не в пример тем, кто из-за невежества вынужден продолжать страдать в круговороте рождения и смерти. Пение святого имени Господа – самое возвышенное из всех жертвоприношений. Комментарий. Шрила Прабхупады. Шри Чайтанья Махапрабху – отец-основатель движения Санкиртаны. Те, кто поклоняется ему, жертвуя жизнь, деньги, разум, и дар речи этому движению заслужат признание Господа и его благословения. Остальных же можно назвать глупцами, которые не понимают, что среди всех жертв такая жертва во имя движения Санкиртаны является наилучшим применением человеческих сил. Адилила 3.77.78. Передаю слово. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогой Махарадж, дорогие преданные. Повторение святого имени избавляет от ада. В Нарасимха Пуране говорится, что, начав повторять святое имя Господа, обитатели ада стали возноситься из ада в рай. Это подтверждает и Дурваса Муни. Мучьядаямнамни удити наракопи. Повторяя святое имя Господа, обитатели ада избавились от адских мук. Бхагаватам 2.9.36. Комментарий. Преданный должен совершенствоваться в повторении мантры Хари Кришна так, чтобы, если он родится вновь, он не забыл о сознании Кришны. Сукадева Госвами, царю Парикшиту. Тогда царь слонов Гаджендра силой совершенного разума сосредоточил ум в сердце и произнес мантру, которую он получил еще в предыдущей жизни, будучи индродьюмной, которую теперь вспомнил по милости Кришны. Комментарий. Причина такого возвращения памяти объясняется в Бхагавадгите 6.43.44.
Приятехи авашхи сах. В стихах говорится, что даже если человек, посвятивший себя преданному служению, сходит с избранного пути, его усилие не пропадает даром. Такой человек не опускается, потому что рано или поздно оказывается в положении, которое помогает ему вспомнить о верховной личности Бога. Как станет ясно из следующей главы, Гаджендра прежде был царем Индрадьюмны, но в этой жизни по воле провидения родился вожаком слонов. Сейчас Гаджендра попал в беду, и хотя он находился не в человеческом теле, вспомнил молитву, которую научился в прежней жизни. Ятати чата топхуях сам ситхау куру нандана. Чтобы помочь душе достичь совершенства, Кришна дает ей возможность снова вспомнить о нем. Подтверждение тому история царя слонов Гаджендры, который, попав в беду, получил возможность вспомнить о своем прежнем преданном служении, и Верховный Господь тут же пришел ему на помощь. Хари Кришна, передаю слово. Хари Кришна, примите, пожалуйста, поклоны, дорогой Махарадж, дорогие преданные. Поэтому так важно, чтобы преданные, ставшие на путь сознания Кришны, обязательно повторяли какую-то мантру. Прежде всего, следует повторять мантру Харе Кришна, являющуюся Маха-мантрой, великим гимном освобождения. Кроме того, нужно петь Чинтамани Пракарасатмасу или Нарсимха Стотру. И Тонра Симха, Паратонра Симхо, Ято Ямита Тонра Симха. Каждый преданный должен упражняться, чтобы в конце концов научиться повторять ту или иную мантру совершенным образом. Тогда в следующей жизни он не забудет о сознании Кришны, даже если из-за несовершенства своего духовного сознания родится в теле животного. Конечно, преданный должен стараться достичь совершенства в сознании Кришны уже в этой жизни. Ибо тот, кто постиг Кришну и его наставление, покинув материальное тело, возвращается домой к Богу. Но даже если человек отступился и пал, его усилия в пытках обрести сознание Кришны никогда не пропадают даром. Например, Раджамила в детстве повторял имя Нараян под руководством своего отца. И в юности опустился и стал пьянствовать, предавался разврату, мошенничеству и воровать. Тем не менее, благодаря тому, что каждый день он, откликая своего сына на Нараяну, произносил имя Господа, он достиг духовного совершенства, хотя и совершил множество грехов. Так что ни при каких обстоятельствах мы не должны забывать о мантре Харе Кришна. Это поможет нам спастись от любой, даже самой страшной опасности. Как можно видеть на примере Гаджендры, Шримад Бхагаватам, 58 глава, 3 стих 1. Передаю слово. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Махарадж, дорогие преданные, практика повторения святого имени – три стадии воспевания. Несложный метод без оскорбительного повторения и слушания святого имени Господа быстро возведет человека на ступень освобождения. Существуют три стадии повторения святого имени Господа. Первая – стадия оскорбительного повторения. Вторая – стадия отраженного повторения. И третья – стадия безоскорбительного повторения святого имени Господа. Достигнув второй, переходной от оскорбительного к безоскорбительному повторению, стадии отраженного повторения, человек сразу получает освобождение, а когда он достигает стадии безоскорбительного повторения, он, по сути дела, входит в царство Бога, хотя внешне продолжает существовать в материальном мире. Бхагаватам 2.2.30. Комментарий. Выделяют три стадии повторения святого имени Господа — стадию оскорблений, стадию уменьшения оскорблений и стадию чистого повторения. Начиная повторять мантру Хари Кришна, неофит, как правило, наносит святому имени множество оскорблений. Существует 10 основных оскорблений святого имени, и если преданный избегает их, он достигает следующей стадии, переходной между стадией оскорблений и стадией чистого повторения святого имени. Тот, кто достиг чистой стадии, тотчас получает освобождение. Это называется Бава Маха Давагни Нирвапанам. Стоит человеку вырваться из бушующего пожара материальной жизни, он начинает ощущать нектарный вкус трансцендентного бытия. Нектар наставления, текст 7. Передаю слово. Дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны, пожалуйста. Всего существует три уровня повторения святого имени. На первом человек совершает оскорбление девяти видов. На следующем уровне
именуемым нам абхасой, оскорбления почти прекращаются. Этот запретный постепенно достигает уровня чистого повторения. На этом уровне он повторяет мантру Харе Кришна без оскорблений, и в нем сразу пробуждается любовь к Кришне. Так он достигает совершенства. Шримад Бхагаватам 5.24.20. Комментарий. Стадия намабхаса поднимает человека на уровень безоскорбительного повторения святого имени. Чандкази Яванам. Индусы поют имя Хари, потому что это имя их Бога. Но вы-то мусульмане, мясоеды, почему без конца твердите имена индусского Бога? Один из мясоедов ответил: однажды я стал подразнивать индусов, одних из них зовут Кришнадасами, других Рамадасами, третьих зовут Харидасами. Они всегда поют хари-хари, и потому я думал, что они вот-вот кого-то обворуют. С тех пор мой язык не перестает произносить хари-хари. Я не хочу произносить этот звук, но язык больше не повинуется моей воле. Я не знаю, что с этим делать. Другой мясоед сказал: послушай меня, господин, с тех пор, как я однажды также передразнивал индусов, мой язык тоже стал без конца произносить молитву Харе Кришна, и я не в силах от этого избавиться. Я не могу понять, что за волшебные заклинания и зелья известны этим индусам. Харе Кришна, передай слово. Харе Кришна, Амбариши Махарадж, Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Иногда демоны неверующие, ничего не зная о могуществе святого имени, передразнивают вайшнава, когда те поют махамантру Харе Кришна. Такое передразнивание приносит благо этим людям. В 14 стихе 2 главы 6 песни Шримад Бхагаватам говорится, что когда святое имя мантра Харе Кришна произносится даже в шутку, в обычной беседе с пренебрежением или когда в него вкладывается другой смысл, это святое имя является намабхасой, почти трансцендентным звуком, тенью святого имени. Уровень намабхасы лучше, чем уровень намаапарадхи. Намабхаса пробуждает совершенное памятование о Господе Вишну. А когда человек помнит о Господе Вишну, он избавляется от стремления к материальным наслаждениям. Благодаря этому он постепенно приходит к трансцендентному служению Господу и обретает способность повторять чистое, святое имя Господа, не имеющее отношения к материальным звукам. Аделила 17.197.202. Харе Кришна, передаю слово. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Оскорбительное повторение святого имени. 10 оскорблений святого имени. Существуют оскорбления, о которых следует помнить при повторении мантры Харе Кришна. Повторяя Харе Кришна, бездумно невозможно достичь экстаза. Комментарий. Существует 10 оскорблений, которых следует избегать при повторении махамантры Харе Кришна. Первое оскорбление – это поносить великих преданных, занятых проповедью святого имени Господа. В шастре Читания Чанда Читамрита Анти 7.11 говорится: «Кришна Шакти Вина Наги Тара Правартана». Никто не способен распространять святые имена Махамантры Харе Кришна, не будучи уполномоченным на это Верховной Личностью Бога. Поэтому ни в коем случае не следует критиковать или поносить преданного, который занят этим. В Шри Падма Пуране сказано: поносить великих святых, которые проповедуют во славу Махамантры Харе Кришна, это худшее из оскорблений лотосных стоп святого имени. Никогда не критикуйте проповедника славы Махамантры Харе Кришна. Тот, кто делает это, является оскорбителем. Нама Прабу – олицетворение святого имени, которое не отлично от Кришны, никогда не потерпит такой хулы даже из уст того, кого почитают великим преданным. Передаю слово Харе Кришна. Спасибо. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны. Вторая намаапарадха описывается следующим образом. В материальном мире святое имя Вишну во всех отношениях благотворно. Имя, образ, качество и развлечение Вишну – суть трансцендентное, абсолютное знание. Поэтому, если кто-то пытается
отделить абсолютную личность Бога от святого имени Господа или трансцендентного образа, качеств и развлечений, считая их материальными, это также оскорбительно. Подобно этому считать, что имена полубогов, таких как Господь Шива, равнозначны имени Господа Вишну, или иными словами считать, что Господь Шива и другие полубоги являются различными ипостасями Бога и потому равны Вишну, тоже оскорбление. Это второе оскорбление лотосных стоп святого имени Господа. Третье оскорбление лотосным стопам святого имени, называемое гурор авагья, наносит тот, кто считает духовного учителя обычным человеком и потому завидует его высокому положению. Четвертое оскорбление Шрути Шастра Нинданам – поносить ведические писания, такие как четыре веды и пураны. Пятое оскорбление – Артха Вадах – считать славу святого имени преувеличенной. Шестое оскорбление – Хари Намни Калпанам – считать святое имя Господа плодом воображения. Передаю слово. Харе Кришна, примите мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Седьмое оскорбление описывается следующим образом. Намно балат ясьяхи папа будхихи навидайте стачья ямаирихи шутхи. Его наносит тот, кто, полагаясь на искупительную силу мантры Харе Кришна, продолжает грешить и одновременно повторяет ее в надежде на очищение. Это самое тяжкое оскорбление лотосных стоп Харинамы. Восьмое оскорбление таково. Дарма врата тага утади сарва шубха крия самьямапи параманаха. Оскорбительно читать повторение Махамантры Хари Кришны одним из религиозных ритуалов. Религиозные обряды, жертвоприношения, обеты и самоограничения – все это благоприятная материальная деятельность. Повторение Махамантры Хари Кришна ни в коем случае нельзя сравнить с таким материалистическим благочестием. Это оскорбление лотосных стоп святого имени. Передаю слово. Спасибо. Хари Кришна. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. Девятое оскорбление состоит в следующем. Ашрадханави мокхипи ашраванти яща паде шахшиванама парадхан. Оскорбительно проповедовать славу святого имени среди людей, которые не имеют достаточного разума и не верят в святое имя. Таким людям нужно дать возможность слушать звуки мантры Хари Кришна. Поначалу им не стоит объяснять величие или духовный смысл святого имени. Постоянно слушая звук святого имени, они очистят свои сердца и смогут тогда понять духовную природу святого имени. Десятое оскорбление таково. Шрути пи нама махатмае ях прити рахитон раха. Ахам мамади парамом нам несопи апарадха крит. Если кто-то услышал о величии божественного святого имени Господа, он все равно продолжает придерживаться материалистических представлений о жизни, думая: «Я тело, а все, что принадлежит этому телу, мое, ахам мамеди». И не проявляет уважения и привязанности к повторению Маха Мантры Хари Кришна, то такой человек ведет себя оскорбительно по отношению к святого имени. Читание Чайтамрита Ади 8.24. Передаю слово. Ольга Кириченко будет читать. Так, Оля. Да, могу. Давайте. Мантры Хари Кришна, то такой человек ведет себя оскорбительно по отношению к святому имени. Читание Чайтамрита Ади 8.24. Шрила Джива Госвами говорит, что святое имя Господа следует повторять громко и, как рекомендует Падма Пурана, без оскорблений. Человек может избавиться от последствий своих грехов, предавшись
Отдавшись Господу, от последствий оскорбления стоп Господа можно избавиться, найдя прибежище в Его святом имени. Однако ничто не может защитить того, кто наносит оскорбление стопом Его святого имени. Под Напурами описаны 10 видов оскорблений святого имени. Первое – поносить великих преданных, проповедующих славу Господа. Второе – подходить к святым именам Господа с мирскими мерками. Господь – владыка всех вселенных. Поэтому в разных местах его называют по-разному. Но это никоим образом не ограничивает всесовершенство Господа. Любое имя, относящееся к Верховному Господу, так же духовно, как и все остальные. Эти святые имена обладают тем же могуществом, что и сам Господь. Поэтому каждый волен прославлять Господа, называя его именем, которое известно в той местности, где он живет. Любое имя Господа духовно, и потому к его именам нельзя подходить с материальными мерками, проводя между ними различия. Третье оскорбление – пренебрегать указаниями истинных ачарьев, духовных учителей. Четвертое – глумиться над священными писаниями и юридическими знаниями. Пятое – считать святое имя Господа материальным. Оля, давайте продолжать. Харе Кришна, дорогой Амбариш Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Святое имя Господа тождественно самому Господу, и мы должны понять, что между ними нет разницы. Шестое оскорбление. Давать святому имени собственное толкование. Ни Господь, ни Его святое имя не являются плодом воображения. Однако находятся невежды, которые считают, что Господь – это вымысел того, кто поклоняется Ему. И потому его святое имя, по их мнению, тоже выдумка. Думая так, человек никогда не добьется успеха в повторении святого имени. Седьмое оскорбление. Умышленно совершать грехи, рассчитывая на силу святого имени. В Писании говорится, что, повторяя святое имя Господа, можно освободиться от всех последствий своих греховных поступков. Но тот, кто продолжает грешить, надеясь с помощью этого трансцендентного метода нейтрализовать последствия своих грехов, является величайшим оскорбителем стоп святого имени. Такому оскорбителю не поможет очиститься ни один из предписанных методов искупления. Иначе говоря, человек может иметь греховное прошлое, но став под защиту Господа и найдя прибежище в его святом имени, он должен полностью прекратить грешить и не рассчитывать на искупительную силу святого имени. Передаю слово. Восьмое оскорбление – смотреть на повторение святого имени Господа как одну из форм мирской благочестивой деятельности. Существует много разных форм благочестивой деятельности, которые занимаются ради материальной выгоды. Однако святое имя и его повторение нельзя низводить до уровня ритуала. Безусловно, повторение святого имени – это ритуал, но к нему ни в коем случае нельзя прибегать, преследуя какие-либо материальные цели. Святое имя не отлично от самого Господа, поэтому не следует пытаться поставить его на службу человечеству. Необходимо помнить, что Верховный Господь – это Верховный Наслаждающийся. Он не обязан служить или угождать нам. И поскольку святое имя Господа тождественно ему самому, мы не должны пытаться поставить его себе на службу. Передаю слово. Девятое оскорбление – рассказывать о трансцендентной природе святого имени тому, кто не расположен повторять его. Наставлять таких людей значит наносить оскорбление стопам святого имени. Десятое оскорбление – оставаться равнодушным к святому имени, даже узнав о его трансцендентной природе. Бхагаватам 2.1.11. Комментарий. Оскорбление чистого преданного – одно из 10 оскорблений святого имени. Это первое оскорбление – поносить великих преданных, пытающихся распространить славу святого имени по всему миру. Негодяй, завидующий таким преданным, является величайшим оскорбителем святого имени. Святое имя Кришны не отлично самого Кришны, и Господь не потерпит оскорбления в адрес чистого преданного, который, следуя указаниям своего духовного учителя, повсюду распространяет святое имя. Второе оскорбление – отрицать, что Господь Вишну есть абсолютная истина. Между его именем, качествами, обликами и деяниями, играми нет никакой разницы, и тот, кто проводит между ними различия, считается оскорбителем. Господь – верховное существо, и нет никого, кто был бы равен ему или превосходил его. Следовательно, тот, кто думает, что имя, как
какого-либо полубога равно равноценно имени Господа, относится к Господу оскорбительно. Верховного Господа нельзя приравнивать к полубогам. Хари Кришна, передаю слово. Третье оскорбление – считать истинного духовного учителя обыкновенным человеком. Четвертое оскорбление – поносить ведическую литературу, веды и дополняющие их писания, такие как Пураны. Пятое оскорбление – считать славу святого имени преувеличенной. Шестое оскорбление – давать ложные, надуманные объяснения святого имени. Седьмое – совершать греховные поступки, надеясь на силу святого имени. Понятно, что повторение святых имен освобождает человека от последствий его прошлых греховных поступков. Но это вовсе не означает, что нужно продолжать грешить, полагаясь на силу повторения святых имен. Это величайшее оскорбление. Восьмое – приравнивать повторение святого имени к религиозным ритуалам, аскетизму, отречению от мира и жертвоприношениям. Повторение святого имени равносильно непосредственному общению с Верховной Личностью Бога, тогда как все эти виды благочестивой деятельности лишь помогают человеку приблизиться к Господу, а кроме того, иногда их совершают из материальных побуждений. Поэтому оскорбительно приравнивать их к повторению святого имени Бога. Девятое оскорбление – проповедовать славу святого имени среди неверующих. Передаю слово. Десятое и последнее оскорбление – сохранять материальные привязанности, несмотря на слушание и повторение святого имени Бога. Суть в том, что, повторяя святое имя без оскорблений, человек достигает освобожденного состояния, в котором у него уже нет никаких материальных привязанностей. Следовательно, тот, кто повторяет святое имя и тем не менее сохраняет материальные привязанности, наносит святому имени какие-то оскорбления. Учение Шри Чайтани, глава 1. Оскорбления, наносимые святому имени и препятствующие его повторению, таковы. Первое. Хулить преданных, посвятивших свою жизнь распространению святого имени Господа. Второе. Считать имена полубогов, таких как Господь Шива и Господь Брахма, обладающими тем же могуществом, что и имя Господа Вишну, или независимыми от Него. Иногда атеистически настроенные люди придерживаются мнения, что любой полубог равен Верховной Личности Бога, Вишну. Но преданные знают, что ни один полубог, как бы велик он ни был, не может быть равным Верховному Господу или независимым от Него. Поэтому, когда человек думает, что повторять «Кали, Кали» или «Дурга, Дурга» — то же самое, что повторять «Хари Кришна» — это величайшее оскорбление. Третье – не повиноваться указаниям духовного учителя. Четвертое – поносить ведические писания либо произведения, продолжающие ведическую традицию. Пятое – считать фантазии великие плоды воспевания Хари Кришна. Шестое – давать собственные толкования святому имени Господа. Седьмое – совершать греховные поступки в расчете на силу святого имени Господа. Повторение святого имени Господа освобождает человека от всех последствий его грехов. Однако из этого не надо делать вывод, что можно продолжать грешить, а потом, чтобы избавиться от последствий своих грехов, повторять Хари Кришна. Передаю слово. Это опасный и крайне оскорбительный образ мысли, его необходимо избегать. Восьмое. Считать повторение Хари Кришна одной из форм благоприятной обрядовой деятельности, рекомендуемой в ведах в разделе «Кармаканда». Девятое. Объяснять славу святого имени неверующим. Каждый может принять участие в воспевании святого имени. Но на первых порах не следует объяснять человеку трансцендентное могущество Господа. Очень грешные люди не способны по достоинству оценить трансцендентное величие Господа. Поэтому лучше не рассказывать им об этом. Десятое. Не иметь полной веры в повторение святых имен и продолжать держаться за свои материальные привязанности, даже получив и поняв множество наставлений на эту тему. Каждый преданный, претендующий на то, чтобы называться вайшнавом, должен тщательно избегать всех перечисленных оскорблений, если он хочет быстро достичь желаемого успеха. Нектар преданности, глава 8. Комментарии к каждому из оскорблений святого имени. Нельзя поносить преданного Господа или слушать, как его унижают другие. Шрила Джива Госвами собрал много цитат из подлинных священных писаний, которые подтверждают то, что уже было сказано об оскорблениях стоп святого имени. Цитируя Маркандея Пурану, Шри Госвамиджи говорит, что
Мы ни в коем случае не должны поносить преданного Господа или слушать, как его унижают другие. Шримад Бхагаватам 2.1.12. Комментарий. Хари Кришна, передаю слово. Нельзя приравнивать имя Господа к именам полубогов. Что касается различия между именем Господа и именами полубогов, то в богооткровенных писаниях Бхагавадгита 10.41 говорится, что все существа, наделенные необычным могуществом, не что иное, как составные частицы Верховного Повелителя всех энергий, Господа Кришны. Все, кроме Господа, занимают подчиненное положение и в конечном счете зависят от Него, поскольку никто не может превзойти Верховного Господа или сравниться с Ним в могуществе, то не существует имени, обладающего такой же силой, как и имя Господа. Повторение Его святого имени дает энергию, равную суммарной энергии всех источников вместе взятых. Поэтому между святым именем Господа и каким-нибудь другим именем ни в коем случае нельзя ставить знак равенства ни Брахме, ни Шиве, ни другим могущественным богам никогда не сравнится с Верховным Господом Вишну. Бхагавадгит, Шримад Бхагаватам 2.1.12, комментарий. Хари Кришна, передаю слово. Девахути Господу Капиле, слава и хвала тем, чей язык повторяет Твое святое имя. Комментарий. Здесь особо подчеркнуто слово «тупья», что значит «только Твое». Повторять следует имя Бога. Это не то же самое, что повторять имя кого-нибудь, какого-нибудь полубога или имена энергии Господа. Как советуют философы Майявади, которые считают, что можно с одинаковым успехом повторять любое имя. Очистительной силой обладает только святое имя Верховного Господа. Каждого, кто приравнивает святое имя Верховного Господа к именам полубогов, называют Пашанди, богохульником. Бхагаватам 3.33.7. Гуру Апарадха – самое тяжкое оскорбление святого имени. Говоря о том, как нужно ухаживать за лианой преданного служения, Шри Чайтанья Махапрабху особо подчеркивал, что ее необходимо оберегать от оскорблений, наносимых лотосным стопам вайшнавов. Такие оскорбления называют вайшнава-апарадхами. Апарадха значит «оскорбление». Тот, кто совершает вайшнава-апарадхи, перестает духовно развиваться. Какого бы высокого уровня в преданном служении не достиг человек, если он нанесет оскорбление лотосным стопам вайшнава, все его достижения будут сведены на нет. Поэтому мы должны быть очень осторожными и стараться не наносить оскорблений лотосным стопам вайшнава. Самая тяжкая вайшнава апарадха – это гуру апарадха, оскорбление лотосных стоп духовного учителя. Среди оскорблений, которые можно нанести святому имени Господа, гуру апарадха считается самым тяжким. Бхагаватам 4.21.37. Комментарий. Передаю слово. Ученик, не имеющий веры в духовного учителя или действующий независимо, не способен достичь успехов в повторении Хари Кришна. Из сказанного Господа Чайтаньи ясно, что человек, не имеющий веры в слова духовного учителя и действующий независимо, не способен достичь желаемого успеха в повторении Хари Кришна. В ведических писаниях говорится, что суть всех трансцендентных произведений открывается тому, кто обладает непоколебимой верой Верховного Господа и своего духовного учителя. Господь Чайтанья твердо верил в слова своего духовного учителя и никогда не пренебрегал его наставлениями. Он никогда не прекращал своего движения санкиртаны, и потому трансцендентное могущество святого имени все больше и больше вдохновляло Господа Чайтанью петь Маха-мантру Хари Кришна. Учение Шри Чайтанья, глава 19. Передаю слово. Почитатели имперсоналистов совершают оскорбление, которое заключается в поношении ведической литературы.
Говоря об оскорблениях святых имен, а точнее о шрути шастра ниндани, поношение ведической литературы, Джива Госвами отмечает в бхакти сандарбхе ядха пашанда маргенда штатария ршепха девопасаканам пашандинам. Почитателям персоналистов, таких как Даттарея, также относятся к числу Пашанди. Читание Чаритамрита, Матхья 18.115, комментарий. Майявади оскорбляют святое имя, проводя различные между ними и самим Господом. Можно обсуждать или изучать слово, обозначающее какой-либо объект материального мира. Но в абсолютном мире имя и его владелец, так же как слово и тот, кому оно принадлежит, не отличны друг от друга. Поэтому качества, игры и все, что имеет отношение к абсолюту, обладают той же абсолютной природой. Хотя майявади проповедуют монизм, они проводят различия между именем Верховного Господа и самим Господом. Из-за этого оскорбления нама-апарадхи, они опускаются с возвышенного уровня брахмагьяны все ниже и ниже, что утверждает стих из Шримад Бхагаватам. 10.2.32. Передаю слово. Арухья Гричхрена Парам Падам Татам Патанди Адхо Надрита Юшмат Ахрираях. Совершая суровую аскезу, майявади возвышаются до уровня брахмагьяны, но потом падают с него, потому что не обладают совершенным знанием абсолютной истины. Хотя они утверждают, что знают ведическую мантру «Сварам Калам Идам Брахман», «Все сущее есть Брахман». Чандагая Упанишат 3.14.1. Они не понимают, что святое имя тоже Брахман. Если бы они регулярно повторяли махамантру, то им наверняка удалось бы избавиться от этого недопонимания. Пока человек не станет искать, как полагается, прибежище у святого имени, он не сможет подняться над уровнем оскорблений нама-апарадхи. Читание Чаритамрита, Ади, 7.74, комментарий. Читать славу святого имени преувеличением или по-своему толковать его прославление – это оскорбление святого имени. Однажды, после того, как Господь рассказал преданным о величии святого имени, некоторые школяры стали по-своему толковать его слова. Когда один из них сказал, что прославление святого имени – это лишь хвалебные речи, Шри Чайтанья Махапрабху так расстроился, что запретил остальным ученикам даже смотреть ему в лицо. Передаю слово. Харе Кришна, по-моему, Николай Шагурничный. А потом Карпура Манджа. Когда один из них сказал, что прославление святого имени – это лишь хвалебные речи, Шри Чайтанья Махапрабху так расстроился, что запретил остальным ученикам даже смотреть ему в лицо. Комментарий Шрилы Прабхупады. Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху прославлял трансцендентное могущество святого имени Господа, Махамантры, Харе Кришна, среди учеников нашелся один злополучный школяр, который заявил, что такого рода прославление святого имени, приводимые в шастрах, являются преувеличением. Мол, нужно это только для того, чтобы побудить людей повторять святое имя. Тем самым ученик дал собственное толкование величию святого имени. Такого рода утверждения в шастрах называют артхавадой и относятся к этой категории прославления святого имени, является одним из оскорблений лотосных стоп святого имени Господа. Между Богом и его именем нет разницы. Такова абсолютная природа Верховной Личности Бога. Передаю слово. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Так. Поэтому того, кто проводит различия между Господом и его именем, называют Пашанди, неверующим или демоном, атеистом. Восхваление святого имени равноценно восхвалению Верховной Личности Бога.
Никогда не следует даже пытаться проводить различия между Господом и Его именем или считать славу Святого имени преувеличенной. Читаем Чаритамрита отделила 17.72-73. Нельзя грешить, рассчитывая искупить грехи повторением мантры Хари Кришна. Имя Господа несет в себе великое благо. Оно освободит от последствий грехов любого. Однако вовсе не означает, что можно грешить, рассчитывая искупить грехи повторением мантры Хари Кришна. Мы не должны даже помышлять об этом, иначе мы оскорбим святое имя. Нужно стараться не совершать грехов. Но если преданный согрешит случайно и намеренно, Господь, конечно же, простит его. Среди преданных из Бенгали был некий Калидас. Он никогда не приносил ничего, не произносил ничего, кроме святого имени Кришны. Калидас был очень возвышенным преданным, но в то же время простым и великодушным. Он повторял святое имя Кришны, даже когда занимался обычными делами. Даже когда он шутко играл в кости, он произносил Харе Кришна, бросая кости. Спасибо большое. Преданные, а все ли прочитали? Никого не пропустили? Ну, если все прочитали, тогда мы можем перейти к обсуждению. А Махарадж вернется через 5 минут. Хари Кришна, пожалуйста, Карпура Манджари. Хари Кришна, большое спасибо за чтение. Мне запомнилось, что преданные знают, что ни один полубог, как бы велик ни был, не может быть равным Верховному Господу или независим от Него. Если человек думает, что, ну, произнеся имя Господа, то есть произнеся имя полубога, взывая полубогу и считая, что это равный Кришне, это большое оскорбление. И обычно атеистические люди, настроенные люди так думают. И также запомнил, что вот оскорбление святого имени, это оскорбление святого имени, это святое имя, оно не отлично от Господа, а вот преданные тоже не отличны от Господа в какой-то степени. И оскорбление преданных, это попытка унизить преданных, это считается величайшим оскорблением. И Господь берет на себя, на свой счет берет это оскорбление. Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна, спасибо. Еще, пожалуйста. Вишакха Каруна, пожалуйста. Хари Кришна, дорогие преданные, поклоны. Ну да, тут вот у нас как раз вся глава идет про оскорбление святого имени, что нельзя совершать 10 оскорблений. Вот, иначе человек, он не будет прогрессировать, вот, и особо понравилось, что вот, ну, святое имя — это Нама Прабу, вот, надо найти в нем прибежище, вот, и история про слона Ганджендры, что он тоже, вот его заслуги с прошлой жизни, они не остались, даром, что Господь ему дал вспомнить, уже когда он слоном находился, что он практиковал, повторял мантру, что вот слава святого имени такая могущественная, что даже в теле слона Господь дал ему вспомнить, что он занимался преданным служением, и он получил освобождение, вот, могущество святого имени, такое мощное, но вот надо учиться без оскорблений повторять, вот, молиться, вот, и история Санкиртана тоже вчера выходили на Санкиртану, и так получилось, что преданные они вышли только в другие места, мы договорились приехать, а книги тоже привезти договорились, преданные книги привезли на всех, причем в ячейку там все положили, заложили, я такая, а преданный говорит, нам не доехать до тебя, мы в других станциях, говорю, нормально, а я говорю, что это все мне теперь распространять, вести-то некому обратно, я говорю, ладно, Кришна, наверное, твой план, значит, вот как-то надо раздать всю эту милость, там было 5 пачек, по 4 Бхагавадгит,
Вот, в общем, 20 Бхагавадгит, но еще у меня с собой там рюкзак книг был, других книг Шрилы Прабхупады, Веды, там, ну, наука, еще один шанс. Вот, так я думаю, Кришна. Вот, ну, в общем, так ходила, говорю, ладно, все меня сегодня оставили. Думаю, ну, Кришна, ты же не оставишь, ты же лучший друг. Вот, помогай теперь все эти книги с ячейки раздать, милость Господу. Вот, ну, и так ходила, ну, так, ну, не очень так сильно брали книги. Думаю, ну, не знаю, наверное, до ночи буду ходить тогда, чтобы домой не везти. Ну, вот, а так, ну, ходила от одной, ну, смотрю, на, ну, уже как бы одну забрали пачку, потом пошла за второй, по пути там еще забрали. Ну, и так, в принципе, с одной мантрой там в основном ходила. Говорю, что-нибудь слышали о душе, что душа, она вечная, она в воде не тонет, в огне не горит, ну, и там все почти там студенты все слышали. Я говорю, ну вот, почитайте, философская книга, как с сознанием работать. Если не будете работать с сознанием, можно родиться кем-то другим. Вот. Ну и так это, ну, брали. Вот. Смешные там ребята попались, такие, тоже им это все сказала. Я говорю, ну, говорю, кошечка, собачка, можно родиться. Ну или, говорю, вообще червячком. Я говорю, надо читать. Вот, и, в общем, ну, ребята такие, говорит, ну, один такой завис, говорит, да, я возьму, говорит, ну, у меня нечего пожертвовать. Я говорю, ну, ребята, друзья, может, вам, ну, что-то пожертвуют. Все такие хором, нет, нет, у нас денег нет, а один такой там достает 50 рублей. Говорит, ладно, говорит, возьмите, а то еще и правда червячком родиться в следующей жизни. Такие они все посмеялись. В общем, такой у него друг. Не хочет, чтобы его друг червячком родился. Так было забавно. Вот. И там еще потом тоже запомнился парень с девушкой. Они тоже такие, говорит, ну, мы студенты у нас, ну, мы бы почитали, говорит, интересно все. Говорит, только книги же дорогие. Говорит, мы не сможем вам столько пожертвовать. Я говорю, ну, студентам скидка, сколько можете от сердца. У нас, говорю, фонд такой, часть уже книг выкуплена, часть оплачена, а часть мы собираем на следующую печать. Они такие, да, ой, как классно. Вот, мы такие, говорит, ну, мы можем 100 рублей пожертвовать. В общем, пожертвовали 100 рублей, взяли там книги, вот, вдохновились. И вот так вот, ну, как бы ходила-ходила. Вот, уже осталась последняя пачка. Думаю, ну, Кришна, ну, ты молодец. Я говорю, еще 4 Бхагавадгиты и песенник остался. Вот, ну, и так вот как-то и таких спелых плодов взял. Одна женщина говорит, ой, говорит, а я, говорит, как раз изучаю это. Потом еще там тоже, говорит, интересно. И вот как-то сразу практически за полчаса остальные 4 забрали. И остался песенник. Я думаю, ну, Кришна, ну, все, ну, как бы... Надо еще кого-то спелого что искать, думаю, с песенником можно еще долго ходить. Думаю, ладно, Кришна. Говорю, ну, в общем, я говорю, Кришна, уже что-то подустала, говорю, уже и Бхагавадгиты тяжелые таскать, и это самое, говорю, ну, в общем, если ты сейчас кого-нибудь подведешь, вот, пока я иду до метро, то распространим, если нет, буду сама сейчас читать на обратном пути молитвы Ачарьев. Ну, вот, и такая подхожу к девушке, и показываю ей песню, говорю, вот для вас, почитайте, это молитвы святых, ну, молитвы, ну, мы на печать собираем, можете что-то пожертвовать. Она такая говорит, молитва, она всегда в сердце, такая смиренно говорит. Говорит, ну, пожертвовать я вам пожертвую. Говорит, книгу себе оставьте. Я говорю, ну, хорошо, спасибо. Вот, ну, и она перевела, и я ее прославила, говорю, ну, вы молодец, говорю, прям, ну, правильно мыслите, вот, я говорю, ну, вот, все-таки, говорю, вы такая хорошая, прям, видно, ну, духовный человек, говорю, почитайте, это великие, ну, святые писали молитвы, как они молились, я говорю, вам будет интересно, ну, она такая на меня посмотрела, говорит, ну, ладно, говорит, хорошо, вот, и взяла, перевела там 200 рублей, вот, Кришна все книги до одной распространил, вот. Я говорю, Кришна, понятно, твой план, полное предание просто. Это ум думает, что нет, это невозможно. Вот, это на всех было заказано. Вот, а Кришна такое, все возможно по его милости. Вот, Хари Кришна Махарадж, преданным поклоном. Спасибо за нектар Санкиртаны, Евгений.
Хари Кришна, дорогие преданные, мне очень хочется прославить преданных, которые здесь есть. Я с удивлением вижу, что раньше я больше всего сталкивался с санкиртанщиками, это прабху, которые ездят в санкиртане, распространяют книгу. А здесь я впервые вижу матаджи, которые с таким энтузиазмом, так для меня удивительно, и хочется просто прославить их, что Хари Кришна, дорогие матаджи, я очень рад, что вы так вдохновленно занимаетесь проповедью. Вот. И по поводу чтения мне бы хотелось задать вопрос Амбарише Махарадже. Вот 9 и 10 оскорбление более подробно раскрыть. Там написано, что нельзя проповедовать неверующим святое имя. И тогда получается, как правильно в этот момент поступать. Хари Кришна. Сокровенную славу святого имени нельзя проповедовать. Святое имя мы всем предлагаем, поскольку Господь Читания дал разрешение, то мы его всем предлагаем, но о какой-то сокровенной славе мы не рассказываем. Так, а сам уровень вопроса, да? Слышно. Садви Гаври тогда давайте попробуем. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, спасибо большое за чтение. Мне запомнилось, что повторение имени Господа освобождает от стремления к материальным наслаждениям. То есть в сердце даже стремление исчезает и, похоже, заменяется на стремление служить вайшнавам, служить Кришне, служить людям. И второе, это даже если вы великая личность, Господь настолько дорожит своими преданными, несмотря на то, что он очень сострадательный, то, что он очень терпеливый, нет никого более терпеливого, чем Господь. То, что он очень много любви у него, то есть он источник любви. Несмотря на это, если даже великая душа позволяет себе хулить преданного, Господь это не потерпит, то есть он терпеть этого не будет. Таково его величие, такова его любовь к вайшнавам, к преданным. И запомнилось также то, что пока человек не сможет, как полагается, повторять святое имя, он не сможет избавиться от оскорблений. И у меня есть пару вопросов, но я так немножко просто скажу. Тут я сейчас в связи с холодами не хожу особо на санкиртан, но Кришна так устраивает, что одна преданная позвонила, говорит, она приехала с Москвы к родителям, у нее родители тут живут, и она мне пишет, я, говорит, хочу у вас книжки купить. Я говорю, приходите, покупайте. Она, в общем, пришла, купила книги, пойду, говорит, распространять. Потом у меня есть одна преданная, где-то лет 10 назад, когда я выходила на санкиртану, я помню, что я в тот день очень сильно болела, прям сильно-сильно. И думаю, надо все равно сходить на санкиртану, я спланировала. И буквально я прям свое тело вытащила туда, и помню, что я там стояла такая вообще никакущая, и потом ко мне подходит женщина такая симпатичная, и она так заинтересовалась книжками, ей все это интересно было, я ей распространила книги, и потом я тогда программу проводила санкиртану для матаджи, и я уехала куда-то с программой, и смотрю в телефоне, она мне смс пишет, а я пришла к вам на программу, я уже, тут все мне интересно, мне нравится. И, в общем, она до сих пор у нас практикует. Тут уже она 10 с лишним лет практикует. Она проводит йогу, и вчера я к ней на йогу пошла, и она говорит, а тут рядом совсем от дома, вообще буквально 5 минут ходьбы,
она говорит, я хочу купить у вас книжки, вот мне своим ёжиком, говорит, распространять надо что-то. Я вот, в общем, тоже ей книжки, дай бог, понесу. Сейчас уже скоро тепло будет. Вот, и мы с ней договорились, говорим, давай, я говорю, буду книжки распространять и раздавать ваши визитки, приглашать людей на йогу, а потом будем им чаепитие устраивать и какие-то программы там, Хари Кришна и так далее. Она говорит, ну, давайте попробуем. Ну, в общем, какие-то у нас такие планы с ней. Вот, Кришна так проявляется, очень интересно. И у меня вот вопрос такой есть. Тут мы собирались как-то на Намахате, и там преданный такой вопрос задал. Вот, как вы, говорит, думаете, Господь Чайтанья пришел после прихода Господа Кришны или до прихода Кришны? Ну, я говорю, Господь Чайтанья пришел после прихода Кришны. Вот, а он говорит, а как вы думаете, это каждую йогу так происходит? Вот, ну, каждый раз так происходит? Ну, я говорю, где-то я слышала, что Господь, он приходит, показывает свою сладость, свои лилы, а Господь Чайтанья потом дает нам метод, как мы можем достичь Господа, любви к Нему, вот этой, как мы можем служить вот этой Его сладости, да, вот этим Его играм. Вот, и он говорит, ну, не совсем так, потому что иногда это может быть, что и Господь Чайтанья сначала приходит, а потом Господь Кришна, а может и так быть, что сначала Господь Кришна, а потом Господь Чайтанья, и это, говорит, вечно так происходит. Ну, я так немножко засомневалась, источник я не знаю, потому что я только слышала, что сначала Господь Кришна, и вот хотела спросить, ну, во-первых, где это вообще можно найти, может быть, вы знаете, и так ли это вообще, вот, или это действительно, ну, просто вечно меняется, как-то я заморочилась этим вопросом, и второй вопрос у меня, вот, как все-таки, вот тут было сказано, мы читали, что если преданный будет, как полагается, повторять святое имя, то он сможет избежать оскорблений, и вот хотелось бы узнать, что значит, как полагается. Спасибо большое, Хари Кришна. Если мы, да, внимательно повторяем, сможем избегать оскорблений. То есть невнимательность считается корнем всех оскорблений. Поэтому учимся отдавать все свое внимание святому имени. По поводу Господа Чайтаньи, он приходит один раз в день Брахмы, то есть это один раз в тысячу Дивья-юг. В остальные эпохи его экспансии приходит. По поводу того, раньше или позже, Кришна, это я не знаю, где это описывается. Кришна тоже, да, лично приходит не так часто, да. Хари Кришна, Дорогой Махарадж, дорогие преданные. Примите мои смиренные поклоны. Да, сегодня вот читали мы интересный момент, когда жаловались Чандукази и его слуги. И Чандукази их называет мясоедами. Когда мы называем мясоедами их, они обижаются. А когда их главарь обзывает их мясоедами, для них это нормально. Вот. И интересно о том, что как святое имя как действует. Они говорят, мы начали их обзывать, потом сами начали. Я думал, что у меня украдут что-то, и я кричал «Хари, Хари, Хари, Хари!» Это же Кришна воришка из сердца может своровать. Вот. И также... Ну, в общем, они жаловались ему. И историю с Чандом Кази мы знаем, то, что дядя Чайтанья Махапрабху, он такой родственник, дальний родственник или близкий, я уже не помню точно. Ну, в общем, он как дядя считается ему. Вот. И интересно, что вот эти лилы, они повторяются, да, то есть Кришна, этот Камса, это дядя Кришна тоже, а здесь в этой лиле Чандкази.
Вот. Ну, по-моему, даже я слышал, но точно не знаю, якобы Чандакази потом, когда он уже переобулся, его в лик святых возвели уже. То есть Чандакази начал помогать преданным. Ну да, после разговора. Ну и про Санкиртану, вот сейчас у нас вот эти аномальные морозы в Алмате, да, то есть здесь вот в Актюбинске, если я ходил, там даже под 40 было, там как-то ничего страшного, а здесь минус, она прям пронизывает до костей, и вот мы 10 дней ходили, потом сейчас вот эти вот буквально дня два мы немножко этот подполье ушли, и я смотрю, там у нас в чате Матаджи выходит, вот Новокишор, матушка, еще там, они эти 10 дней сидели, не выходили, интересно, а в эти морозы они повыскакивали. И они болели, что интересно, они болели. И вот они сейчас, вот наоборот, в эти морозы они вышли. Вот, и, говорит, короткими перебежками между магазинами. Как это, я представил, как на войне, да, короткими перебежками. Вот, и что-то распространяют там, то есть книги распространяют, и нектар, и маленькие книги, и науку самосознания. Вот. Расскажу свою историю одну. Тоже подошел к девушке, а она вот как раз перед этими морозами уже там стоит, хлипает, что-то там, говорит, кашляет. А я даже и не подумал, что я могу заразиться от нее, что-то как-то даже вообще мысли не было. А она все рукой все закрывает, закрывает рот. Я говорю, вот книгу берите, она, ну, по-казахски с ней разговаривал, казашка. Говорю, книгу берите, вот, говорю, книга «Наука о душе, что вы не это тело». Она раз задумалась, говорит, как я не это тело? Я говорю, ну это тело, машина ваша, вы просто об этом, видимо, не задумывались. Говорит, да, не задумывалась. Говорит, ну я, говорит, такие книги не читаю, меня особо это не увлекает. Ну и в то же время взяла книгу одну, держит, главное, вот эту, «По ту сторону рождения и смерти». И я ей говорю, вы хотите ее взять? Она говорит, да, ну на Каспий переводите, сейчас же все с Каспием пользуются. Она стоит, думает, думает. Я говорю, что денег нету? Она говорит, да я вот просто думаю, я ее не возьму, она просто лежать, возьму, а она у меня лежать будет. Я ее не буду читать. Я говорю, ну если вы не хотите читать и не хотите книгу брать, тогда пожертвуйте нам что-то. Вот мы делимся счастьем, говорю. Бахтпин, Адам Дармин, как говорится, делимся, мы говорю, с людьми. Бахат, бахат у нас на казахском бахат, а на санскрите бахти, говорю. Говорю, на санскрите это бхакти, а по-казахски это бхакт, счастье. Счастьем делимся. Что-то пожертвую. Она начала по карманам лазить. Вытащила мне где-то 100-200 тенге. Вот наш крипла такой горсть у меня положила. Говорю, вот, отлично, говорю, видишь? Вот ты и купила книгу, говорю. Вот тебе «По ту сторону рождения и смерти» подарок. Она взяла, да, серьезно, мне подарок. Я говорю, да, тебе подарок, вот. Ну, говорю, а почему не брала? Я говорю, если честно, говорит, я, говорит, у меня вот эти копейки были, мне так стыдно было их вам давать, говорит. Я говорю, ну, не страшно, бывают такие страхи, говорю. То есть я вот что заметил, вот у нас эти молодые сейчас казахи, они сейчас на казахском разговаривают, и традиция все-таки осталась, они до последнего от меня не уходят, и все-таки как-то хотят вывернуться, да, и стесняются уйти. Уважая старшего, да, они просто это самое. Я просто уже говорю, ну хорошо, мы уже с тобой поговорили, иди. Он, да, можно. Вот такие случаи были интересные. Просто смотришь с людьми, наблюдаешь, вот каким-то опытом набираешься, и все-таки приятно то, что все-таки традиция еще работает, что еще вот эта воспитанность еще есть у молодых людей. Вот это очень вдохновляет. Харе Кришна. Мои поклоны. Спасибо большое, дорогие преданные. По-моему, эти аномальные морозы теперь к вам в Россию идут от нас. Или это они, наоборот, от вас пришли, я не знаю. Харе Кришна. Спасибо большое, Радхана. Что-то не быстро сработало. Мне очень запомнилось, что святое имя, его нельзя использовать в своих целях, потому что это Кришна, это личность, нужно представлять его.
и нужно служить святому имени, а не наслаждаться им. Вот. И также, когда Шрила Прабхупада приехал в страны Запада, тоже так сердце отвлекается, что у него была только твердая вера в духовного учителя. У него было, ну, в наставление духовного учителя, твердая вера в святое имя и в книге Шримад Бхагаватам. Вот он с этим приехал и начал свое движение всемирное. Вчера также мы выходили на Харинам у нас по средам. Вот. И вчера так, в общем, мистически все произошло. И Махарадж Прабху дал объявление, что мы будем собираться. Мы каждый раз собираемся в разном месте. У нас несколько мест по городу. И он написал, в каком месте мы собираемся. Мы все преданные поняли по-разному. И все собрались в разных точках. Вот. И они были сами там. Лила Вриндавана звонит, говорит: «Радханама, ты где?» Говорит: «Я здесь». А я говорю: «А я здесь». А потом я Махараджу Прабху звоню, говорю: «Махарадж Прабху, а вы где?» Он говорит: «А чего вы все не пришли?» И, в общем, мы все сами у нас... Ну, как бы я немножко попела, потому что у меня была гармошка. Пока динамик работал от мороза, он потом сел быстро. Я одна стояла, пела, думала: «Кришна, как же скучно одной петь». Вот. Ну, в общем, все равно люди отвлекались, жертвовали, им распространяла книги через воспевание. Вот. Одному парню, он мне пожертвовал денег, я ему даю «По ту сторону рождения и смерти» книжечку. Говорю: «Это реинкарнация». Он говорит: «Девушка, откуда вы узнали, что я на YouTube смотрю? Мне так эта тема близка, мне так это трогает». Я говорю: «А теперь прочитайте». Он такой радый пошел. Когда я закончила петь, у меня было еще 11 книг «Бхагавад-гита». Вот, пошла распространять книги. Очень много искренних душ. И мне так сейчас нравится в последнее время. Я вот одного человека останавливаю и полностью ему рассказываю про этот мир, про духовный мир и какие у нас задачи. Даже если он книгу не берет, я просто ему рассказываю. И мне нравится, как у него глаза округляются. Вот, он очень с удивлением это все смотрит, слушает, представляет. Вот. Один парень тоже очень искренний. Бхагавад-гиту взял, говорит: «Мне это очень интересно, вот буду изучать». Я говорю: «Можешь несколько раз читать», говорю, «можешь всю жизнь читать». Каждый, говорю, все будет только больше и больше открываться. Говорю: «Помолись», говорю, «вот книги, благословения попроси, чтобы тебе это знание открылось, сердце вошло». Он говорит: «Да, конечно». Ну, в общем, такая санкиртана вчера была. По всему городу нас Кришна разбросал, Майя так действовала. И мы потом вечером все смеялись, что так вот все в разных точках распространяли книги. Много книг у всех ушло. Хари Кришна. Спасибо. Хари Кришна. Спасибо большое. Все, наверное, да, уже у нас выступили. Тогда... Шака Каруна, по-моему, еще есть. Вроде уже выступал. Уже... У нее рука поднята осталась, наверное. Да, да, рука осталась. Хари Кришна. Придумал. Хари Кришна. Ну тогда всем хорошей санкиртаны. За нас тоже помолитесь, чтобы искренние души встретились. Хари Кришна. Завтра всем, да? Хари Кришна. Хари Кришна.